На конкурс дети читают стихи. Самойлов Роман, 4 года, город Казань. А где Бардо? Вернулся. Мы папу не видели очень давно, с тех пор, как на улице стало темно. Мама не работает в вечернюю смену, мама ушла, поручила мне Лену. Мы с Ленкой одни остаемся в квартире. Вдруг ходит военный в зеленом мундире. Кому вы пришли, я спросила у майора. Мама с работы вернется не скоро. Вдруг осмотрю, он бросается к Ленке. Поднял ее, посадил на коленки. Он и меня тормошит без конца. Что ж ты, сынок, не узнаешь отца? Я майора понимаю, ничего не понимаю. Вы на папку не похожи, посмотрите, он моложе. Вырнул я портрет из шкафа. Посмотрите, вот мой папа, он смеется надо мной. Ах ты, Ромка, мой родной! Потом как он начал подкидывать Ленку, я испугался. Ударь так стенку, мы с мамой и с Леной теперь не одни. Папа вернулся к нам в майские дни. Случилось такое в 1945-м. Вернулся с войны, любимый мой папа. Теперь я фуражку майора ношу. Родную страну и семью в берегу.